Мастер-классы и тренинги под руководством известных артистов и ярких педагогов – часть образовательного процесса. Неделю назад занятия в этой студии проводил педагог МХАТа Михаил Милькис. Теперь новые горизонты ребятам открывает резидент снежного шоу Вячеслава Полунина, актер театра и кино Андрей Климак. Гуру клоунады хочет добиться от воспитанников особой пластики и тонкого актерского мастерства. Я многих их видел уже в Перми на фестивале, то есть я ехал, уже знал примерно, да, какое будет тесто, из чего уже лепить. Ребята очень замечательные, и я думаю, профессионалы меня поймут, что всегда приятно работать с людьми, которые чего-то хотят. То есть они к чему-то стремятся, и это видно, это чувствуется, и, конечно, процесс совершенно другой. За 3 года с момента основания студии ее воспитанники отличились на многих российских и международных фестивалях искусства и конкурсах. В этом году они завоевали гран-при кинотаврика в номинации «Театр мюзикл». Общение и работа с настоящими профессионалами в своей области, отмечают ребята, их вдохновляет и приносит радость. Благодаря этим мастер-классам я чувствую себя намного свободнее в любом обществе. Мы узнаем новое об уличном театре и клоунаде. И это просто очень весело и просто незабываемо. Мастер-классы Климака, они очень красивые, красочные, они веселые, он сам веселый. Но при этом он, как и наши педагоги, он не дает нам, ну, как бы расслабиться. Ну, то есть он всегда поддерживает дисциплину. На знакомство с клоунадой и освоение культуры уличного театра – неделя, а результатом плодотворной работы станет создание новой постановки для будущих побед. Татьяна Говоркова, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.